Ну, сейчас света будет хреново. Тебя это заносит. Старайся держать все время вниз по склону. То есть я понимаю, что это поначалу тяжело. Если ты едешь вот здесь, тяни больше тонко, хотя туда, палку вот так. Эта рука у тебя будет автоматом где-то здесь. Едешь сюда, тянешь сюда. Понял? Давай помаленьку. Ага. Нормально. Во! Когда ты начинаешь поворачиваться сюда, тебя доносит. Тяни руку, которая, по идее, вверх сюда. То есть просто пытайся свалить сюда. Вообще главная позиция вот. То есть не так, а вниз. Понял? И не торопись, как бы, есть спокойно, плавно. Если что не так, можно спокойно можно ехать к югу, вот. То есть ноги просто расставляешь пошире и упираешь, оно тебя держит. Так что сечок можно всегда встать. Давай помаленьку. Поворачивай. Да. Смотри еще момент. Ага. Ты когда поворачиваешься, пытаешься ногу поднять. Это, в принципе, делать не надо, то есть, как бы, на нее главное не опираться. Если ты начинаешь поворачиваться и делаешь вот это вот, да, так можно, но тратишь много сил. Как бы, достаточно просто ногу повернуть. Чуть-чуть совсем облегчить и не давить на нее, тогда будет легче физически. Давай. Тихо-тихо-тихо. Ага. Руки вниз, да? Хорошо. Во-во-во, отлично! Когда начинаешь ощущать, что устал и начинает, как бы вот как ты тут два раза почти был готов почти упасть, можно остановиться и постоять. Либо вариант, когда реально очень круто и очень жопно, надо ехать вниз, едешь просто, ты едешь сейчас короткой дугой. Можно езжать, видишь, трасса широкая, можно ехать
до самого конца доехать. И потом, в принципе, если как бы тебя реально напрягает поворачивать стоя, стандартная фигня. Сел. Раз. Два. И встал. Это тоже нормальный вариант, когда очень круто и тебе неохота, то есть как бы поворачивать, потому что ты опасаешься, что бывает намного круче, чем это. Если ты поехал прямо вниз хотя бы секунду, ты сразу набираешь скорость. Бывает реально страшно. Поэтому, как бы, если очень круто, как бы там чуть дальше, едешь от края до края, выезжаешь, сел, ноги перекинул, встал и поехал обратно. Тоже нормально. Что, давай, попробуй сейчас широко ехать. Попробуй ехать сейчас широко, то есть как бы не раз, два, три, а поехал 20 метров, повернул. Поехал 20 метров, повернул. Ага. Отлично. По идее, как бы, вот это положение тела, оно лучше для того, чтобы когда поворачиваешь, ты, по идее, палку втыкаешь. Я когда-то Наташе показывал, сейчас покажу. Вот я поехал, я втыкаю палку, и вокруг нее втыкаешь, вокруг нее. Тебе пока этого делать не надо, потому что это нужна привычка, и лучше это делать на более пологом склоне вначале. Но палки вообще-то ты ставишь так, чтобы ей кольнуться, и вокруг нее провернуть. Поехали снова широко. Да-да-да, отлично. Продолжаешь. Молодец. Так, отлично. И смотри, стой. Не-не-не-не-не. Окей, вот молодец. Видишь, уже крутизну самую проехали, видишь, уже там не видно ничего. То есть мы уже перевалили через самую крутяку, уже выпроваживаемся. Нормально едешь? Я думаю, взмок. Взмок, наверное. Смотри, выпроваживается, там небольшая такая, чуть будет, ну, похоже на это. Все. Вот. Давай. Поворот. Нормально, я хочу просто покатиться быстро. Едем обратно к началу этого подъемника. Встречаемся у начала вот этой креселки двойной. Здесь, в принципе, ну, нормально. Тут уже можешь ехать чуть побыстрее, то есть, как бы, ну, то есть, чтобы уже сравни вон. Посмотри назад, доцени. А теперь вон. Не проехал, в принципе, только один раз чуть-чуть упал. Нормально. Все, погнали. Thank you.
стою на горе, кричу, а ты...